Появление на экране героев простых рабочих профессий – вещь, нельзя сказать, что она необходимая. Она правильная, потому что основное это количество людей, живущих в этой стране, основное население. Это, естественно, не топ-менеджеры крупных компаний, и не президенты, и даже не академики. Вопрос в другом. С одной стороны, это определенная воля государства, соответственно, некий план, да, работы там, Министерства культуры, Госкино, или же это изменение социальной системы в стране. Если американцы снимают фильм про своих ребят, про барменов, про таксистов, это идет от того, что да, среди них тоже есть люди и бедные, и есть люди необразованные, и люди, в общем, вызывающие скорее отторжение, чем приятие. Но огромное количество людей, которые честно выполняют свою работу, довольны своей зарплатой, имеют свою социальную нишу, причем достаточно комфортную. У нас же по психологии народа рабочий человек ассоциируется с неудачей. А этого быть не может. Мы должны быть, в советское время должны были быть все директорами заводов и академиками, а сейчас мы должны быть все миллиардерами. Но это чушь собачья. Я могу сказать, что в Европе, я точно знаю, я говорил с людьми, есть люди, которые говорят, я не хочу быть, например, бригадиром на стройке. Мне нравится занимать свое рабочее место и быть там, исполнять какую-то конкретную работу. По одной простой причине. У меня ответственности не так много. Я отвечаю за себя. И я с удовольствием делаю качественную работу и получаю за это хорошие деньги. Поэтому, скорее всего, появление социального героя рабочего на экране должно прийти от изменения структуры в стране. Если мы начнем опять, кстати, это важная очень проблема, если мы начнем возвращать своих токарей, слесарей, я не знаю, гладильщиц, самых простых людей, те, которые создают те самые великие ракеты, которые летают, поражают врага или выводят на орбиту спутники. Если мы будем ценить и уважать строителя, который будет чистый, аккуратный и будет знать, что он делает, не просто грести лопатой, обладать технологией, мы получим, во-первых, правильный мир вокруг себя, комфортный, качественно сделанный, и плюс еще тогда эти профессии сразу поднимутся в цене, я имею в виду в оценке человеческой, да, человеческой, и, соответственно, про них начнут снимать кино, потому что это будет нормальный социальный герой, который достойный.